документальный кинематограф 60-х годов прошлого века назвали «золотым веком научно-популярного кино». Мы хотим вспомнить некоторые его страницы, ставшие бессмертной классикой. Нам нужно человек 20 для первого эксперимента. У вас проведут помещение для испытуемых. Тут дверь, пожалуйста. Начинаем эксперимент. Пригласите, пожалуйста, первого испытуемого. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, глядя на эту фотографию, дали психологическую характеристику этому человеку. Мне кажется, что этот человек хитрый. Так. Замкнутый, скрытый такой. Так. А в чем проявляется его хитрость, лукавство? Черт или так, я не обнаруживаю эту особенность? Глаза, вот, особенно его глаза говорят о нем, что он такой подлый, да. Холодное лицо у него. Да, неприятное. А вот преступное начало, что в нем выдает, в его лице? Глаза. Глаза. Да. А что в них, в этих глазах? Холод. Холод. Ну, я бы сказала так, что этот человек очень злой, человек, на которого трудно положиться. Потом видно, что он очень бывалый, это... Я бы сказала, ну, помимо того, что у него на лице шрамы, нос разбит, но и само вот лицо уже как бы вылеплено. Годами уже в лице вырисовались какие-то определенные черты, изобличающие жестокость и непреклонность этого человека. У него вот подбородок очень такой выдающийся, как обычно бывает у волевых людей. Потом нос какой-то очень... топорный, очень грубый, который не бывает обычно на лицах интеллектуальных, а свидетельствует скорее о какой-то узости и ограниченности взгляда этого человека. У него очень жестокие глаза, очень какие-то неприятные, холодные глаза. И вообще выражение лица какое-то очень суровое и какое-то и жестокое. В общем, конечно, об этом человеке трудно сказать что-либо хорошее. Спасибо большое. Сядьте, пожалуйста, в первый ряд. Вон, кто девушки? Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень большого ученого. Ваша задача заключается в том, чтобы, глядя на эту фотографию, вы дали психологический портрет этого человека. Конечно, мое мнение чисто субъективное, и в принципе по фотографии довольно трудно сказать что-либо. Но в данном случае можно сказать, что это человек довольно умный, у него пристальный взгляд, взгляд пронизывающий, буквально прямо как рентгеновские лучи. Человек, очевидно, все-таки очень деятельный и в то же время мягкий, добродушный. В общем-то, на него можно положиться. Ну и вообще, очевидно, это все-таки хороший человек. Спасибо большое. Садитесь в первый ряд. Ну как, поглощен работой, я бы сказала. Так. Увлеченный вообще, наверное. Все серьезно, но, наверное, немножко с юмором. Серьезно? Да. Хорошее у него лицо? Лицо неприятное. Приятное лицо. Да. Добрый он человек. Да, наверное, добрый. Детей должен любить. Детей должен любить. Очень хорошо. Это вор и рецидивист. Взгляд, ну, как бы, не человеческий, нормальный взгляд. Похоже вообще, что садист даже. Он, наверное, много пьет. Отсюда, отсюда все следует. Известный ученый. Глаза у него сощуренный по-доброму. Добрый прищур, да? Да. Мы видим то, что хотим увидеть. Психологическая установка – это неосознанная настроенность, готовность что-то воспринять определенным образом. А мы считаем, это мое мнение.